Если там человеку что-нибудь покушать, спать он ляжет тогда совершенно сытым. Если дать человеку две бутылки водки, спать он ляжет тогда даже и одетым. Если долго смотреть на одну девушку, тогда можно обнаружить, как она, как из гадкого утенка, она превращается в очень сварливую птицу баклана. Помню, зашел кусок грязи, утверждая, что мой внук, я попробую отмыть голос вроде бы его. Говорила продавщица из табачной лавочки, прошли лучшие денежки, я старею, мамочка. Она сказала, пустяки, ты очаровательна. Я сказала, не совсем, это недостаточно. Я теперь заметила, что когда даю я сдачу, что мужчины чаще проверяют деньги. Я пришел с тобой сразиться и освободить принцессу. Только ты не удивляйся, я сама и есть принцесса. Ну тогда я извиняюсь, неудобно получилось. Тут ты был. Ты, Матрёна, не поверишь, я сегодня утром видел, я свою жену увидел и была с каким-то типом. Я надеюсь, ты, Петруха, подошел к ним. Подойти не получилось, я сейчас в командировке. У одного музыканта есть произведение, когда несколько минут звучит только тишина. Был бы благодарен я, если бы моя жена исполняла иногда то произведение. Морковку, капусту. Когда папа дома был, прибегает Вовочка. Папа, я женюсь на Васе из соседнего подъезда. Он, наверное, пацан, говорит ему отец. Ничего себе, пацан, уже 28 лет. Бесит, чай. Где Петуха дома был, прибегает Вовочка. Говорит ему спасибо, за трубку, что подарил. Где Петуха говорит, благодарить не за что. Стоит он недорого, 83 копейки, зато прибыль мне приносит, отвечает Вовочка. 10 рублей каждый вечер, чтоб не репетировал. Вкусный чай, 10 чай. А меня зовут Заляна, также можно Зорька, это имя редкое. Почему же редкое? У бабуси в деревне многие коровы есть с именами такими. Пошка! Поругались с девушкой, и она в эмоциях. Под колеса КамАЗа моментально бросилась. Ее спасло только то. Только то, что КамАЗ был припаркован. Вот все.